Остановка «Маяк», Toyota Corsa выгорела до основания. Водитель авто на месте пожара не появился. Прибывшие на место вызова сотрудники 3-й пожарной бригады немедленно приступили к тушению. Благодаря слаженности их действий огонь не перекинулся на здание рядом. По словам огнеборцев, автомобиль, скорее всего, подожгли. Замыкание электропроводки исключено, в Toyota Corsa нет аккумулятора. Зато в машине есть куча какого-то хлама, в том числе и дрова. Найти владельца сразу не удалось. То, что произошло с авто, для него будет неприятной неожиданностью.